находится прицельно Игоря Антона. Ответили не только перед Веды славянские. Я пошел в первый класс в Краматорск. Игорь умел чувствовать боль других людей и умел донести это до наших зрителей. Поверьте, нужно обладать невероятной силой духа, нужно обладать мужеством и очень любить свою профессию, чтобы идти туда, где страшно, чтобы идти туда, где убивают, для того, чтобы рассказать людям правду. Вторую я исполнил давно, много лет тому назад, о журналистах. Ребятам, как они. И может быть тем, что они, этим они. Кого-то из тех, кто сейчас там, кого... Уважаемые журналисты, мне особенно больно. Есть причина, почему?